Спящие красавицы, настал ваш час. В Киеве в помещении Национального музея с 22 августа по 9 сентября любой желающий может разбудить одну из пяти девушек, которые по подписанному контракту должны выйти замуж за смельчака. Спящие красавицы участвуют в проекте, точнее спят по 2 часа ежедневно в ожидании прекрасного принца. Ну, я не выключаю. Я надеюсь найти своего прекрасного принца. В течение этого проекта мне 23 года, говорит одна из спящих красавиц. Любой посетитель, как и девушки, должен подписать контракт, по которому обязуется взять в жены ту красавицу, которая при его поцелуе откроет глаза. Идея Шарля Перо в новом проекте осуществил украинско-канадский художник Тарас Политайко. Конечно, здесь есть доля риска, но кто не рискует, тот может и не дождаться прекрасного принца. А у всех претендентов на эту роль есть время до 9 сентября.